Ярмарка вакансий в Рязанском медицинском университете проходит несколько раз в год. Благодаря ей выпускники и студенты могут познакомиться со своими будущими работодателями. Врач – одна из самых востребованных специальностей. И несмотря на то, что количество занятых врачей в Рязанской области растет, дефицит на некоторых направлениях сохраняется. Здесь практически присутствуют все медицинские организации нашего региона. У всех есть потребность во врачах, у кого-то в узких специалистах, у кого-то врачей первичного звена. Поэтому работаем с каждым студентом, целевиками и прочего. Поэтому они нам нужны, эти врачи. На сегодняшний день город Рязань практически свыше 90% уже заполнен врачами первичного звена. Но врачей, естественно, особенно в отдаленных районах, нам не хватает. Поэтому здесь все врачи, будем говорить о преференциях. Это служебное жилье, это коммунальные выплаты льготные. Это то, что еще можно сделать для наших выпускников. В этом году у ярмарки вакансий новый формат. На ней работают дискуссионные площадки. Первая – это адаптация молодого специалиста на рынке труда. На этой площадке выпускников и студентов научат правильно составлять резюме. А еще они смогут узнать, на что нужно обращать внимание при собеседовании. И не только. Представляем вакансии, которые нам подают предприятия, медицинские предприятия, учреждения со всей области, региональный альбом вакансий. Заведения, которые сегодня не присутствуют, они могут, выпускники, посмотреть те вакансии, которые сегодня существуют на территории всей Рязанской области. Более 300 вакансий врачей, почти 400 вакансий младшего медицинского персонала. Это фельдшеры, медицинские сестры. Вторая дискуссионная площадка посвящена вопросам формирования индивидуальной траектории молодого специалиста в системе здравоохранения. На ней обсудили вопросы дополнительного и непрерывного медицинского образования, которое так важно для врача. Мы в этом направлении и будем сейчас развивать ярмарку вакансий, говоря не только о поиске специалистов, но и содействию уже тем, кто работает, и обсуждение наиболее важных вопросов, касающихся трудоустройства, работы, взаимодействия, практического здравоохранения, университета и так далее. У нас сейчас уже работает и помимо ярмарки несколько сервисов. Это интерактивная карта содействия трудоустройству, на которой можно посмотреть любой регион, какие в нем есть вакансии, какие есть кадровые программы. И мы реализовали этот портал совместно с Министерством здравоохранения Рязанской области. Надеюсь, он будет тоже полезен. Следующая ярмарка вакансий будет всероссийская. Она состоится в Рязанском медицинском университете весной. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».